прямом эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Рустем Хамитов покинул должность главы Республики Башкортостан. Как сообщил сам уже экс-глава, это было его личное решение. Он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой сложить полномочия в День Республики 11 октября. Кроме того, он сообщил, что не планирует принимать участие в выборах главы региона, которые намечены на будущий год. В своем обращении к жителям Башкортостана Рустем Хамитов заявил: «Работа главы субъекта федерации, тем более такого, как Башкортостан, требует огромной отдачи, и с ней лучше справятся более молодые люди». Экс-глава региона также объяснил свое желание уйти в отставку именно сейчас тем, что новой команде необходимо время для того, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики и подготовиться к выборам. Временно исполняющим обязанности главы республики президент страны назначил Радия Хабирова. Владимир Путин встретился с бывшим и будущим руководителями региона и пожелал обоим успехов. Одному в дальнейшей жизни, другому в работе на посту главы региона. Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров обозначил основные задачи при вступлении на должность. Как он сообщил в своем аккаунте в Facebook, главное — оправдать доверие президента России и сделать жизнь жителей республики лучше. До назначения в Башкортостан Радий Хабиров занимал пост главы городского округа города Красногорска Московской области. До этого был заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента России. Еще раньше руководил администрацией главы республики. По мнению экспертов, отставка не стала неожиданностью, как и новое назначение. Отставки, Рустем Закиевич, то это ожидаемое решение. Все-таки возраст, накопленные проблемы, груз обещаний невыполненных. Все это говорило о том, что ставка Рустема Закиевича не за горами. И решение в этом контексте выглядит достаточно логично. А что касается назначения Радия Фаридовича, то здесь, мне кажется, это тоже достаточно ожидаемое решение, потому что Радий Фаридович – это человек, который показал себя на всех уровнях власти. Мне представляется, что сейчас у Башкортостана открываются неплохие перспективы для развития, потому что последние годы все-таки регион в какой-то степени стагнировал и отставал от соседей. Мы понимаем, что у Радия Хабирова огромный бэкграунд работы не только и в Республике Башкортостан, и на федеральном уровне, в администрации президента России. Поэтому эти знания, этот опыт, как человека крепкого хозяйственника, как опытного политика, они, конечно же, необходимы в преддверии вот такого масштабного, мощного мероприятия. С другой стороны, Рустем Хамитов оставил Башкортостан и наследие достаточно серьезное Радию Хабирову, то есть это и сильная экономика, это и мощный ВРП, это и возвращение в собственность республики акций «Башнефти». Отставка главы Башкортостана была прогнозируема, однако большинство опрошенных телеканалом РБК Уфа экспертов не ожидали, что это произойдет так скоро. Я могу сказать одно точно. Еще вчера утром Хамитов был в Москве, и все его ждали в ВДНХ на выставке «Золотая осень». Было анонсировано то, что он приедет, все готовились его встречать. И это говорит о том, что ни сам Хамитов, ни его ближайшее окружение не знали о том, что отставка состоится. Ближе к обеду стало понятно, что, в общем-то, происходит что-то не очень хорошее для него. Все нервно ковырялись там в телефонах, пытались найти какую-то информацию, и уже вот вечером стало понятно, что произошла отставка. Вопрос с очередным главой республики большинство экспертов считают решенным. Приставка в Рио для Радия Хабирова действительно будет временной, и с его приходом правительство республики ждет большая кадровая встряска.
Отставка главы Башкортостана Рустема Хамитова в русле общей кадровой политики Кремля, заявляют ряд аналитиков. Федеральный центр держит курс на омоложение руководящего состава и предпочитает менять тех, кто руководит регионом больше двух сроков. В частности, политологи говорят, Рустему Хамитову удалось сделать за время своего правления многое для региона. Однако он так и не сумел сформировать команду и практически всегда оставался с проблемами один на один. Когда вчера, обращаясь к населению, он сказал: «Я думал о людях». Вот это вот слово «я», оно во многом говорит. Он говорит о том, что действительно это, наверное, было так, но опираться только на собственное «я» и не сформировав команды, к сожалению, это имело место, потому что там была кадровая чехарда, одни меняли другого. Это первое. Второе – вот борьба элит, когда вдруг он позволил себе противостояние, допустим, с уфимским градоначальником, с какими-то другими руководителями. В пользу назначенного в Рио главы республики Радия Хабирова говорит тот факт, что он выходец из Башкортостана, а также имеет успешный опыт работы в федеральном центре и руководство одним из ведущих районов Московской области. Знаю его по той работе, которая, так сказать, у него была раньше. Это человек энергичный, профессиональный, умеющий работать в команде, умеющий формировать команду. Вот. И возраст, 53 года, у нас таких молодых руководителей никогда не было. Будем надеяться на то, что это тоже придаст дополнительный импульс. Ну и, в принципе, в общем тренде. Нашему телеканалу ряд проверенных источников сообщили, что Радий Хабиров может прибыть в Уфу уже сегодня вечером, а официально его представят администрации завтра. Новая первая леди Башкортостана и вторая по счету жена Радия Хабирова Карина Хабирова поздравила мужа в соцсети Инстаграм. Он об этом никому не говорил и никогда никуда не напрашивался. Все эти долгие годы работал и верил, что когда-то он будет нужен своей родине. Сегодня это случилось. Я горжусь своим мужем и всегда в него верила и верю, написала Карина Хабирова. У Ради и Карины Хабировых есть общий ребенок Фарид. Он родился летом прошлого года. По имеющейся информации РБК Уфа, семья полностью переедет в Уфу в течение месяца. На этом у меня пока все. Увидимся в 15:10.